В матче 1/16 финала Кубка Англии Арсенал принимал Манчестер Юнайтед. Встреча прошла в Лондоне на стадионе Emirates Ashburton Grove и завершилась со счетом 3-1 в пользу гостей. На 31-й минуте Ромелу Лукаку классной передачей низом в чужую штрафную вывел 1-1 Алексиса Санчеса. А тот ушел от Чеха на углу вратарской и пробил с острого угла точно в цель, счет 0-1. На 33-й минуте опять Ромелу Лукаку снова отдал голевой пас. Бельгиец в ходе быстрой контратаки отпасовал с правого фланга в центр чужой штрафной, где Лингард обработал мяч и без особых препятствий пробил точно в угол ворот, счет 0-2. Но на перерыв команды ушли с более приличным для лондонцев счетом. Рэмси прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Лаказет переправил мяч дальше на Абамеянга. А тот с нескольких метров поразил пустые ворота, счет 1-2. Серия Сульшора из 7 побед подряд с Манчестером после первого тайма продолжалась. На 82-й минуте Ман Юнайтед добил соперника, все решил Погба. Он забрал мяч на своей половине поля, прошел до чужой штрафной, пробил. А Марсиаль был первым на добивании, счет 1-3. Таким образом, Манчестер Юнайтед вышел в 1/8 финала Кубка Англии, Арсенал покидает турнир.
champions never die. Through it we survive and finally arrive. As the clock ticks, watch our elegance stand strong. This is it. Are you built for this? Yeah. As the clock ticks, watch our elegance stand strong. This is it. Are you built for this?